Ну что, у нас сейчас замер. Ультрон 108 против Тандера. На сухой дороге, по прямой. Полностью все заряжены. Посмотрим, кто кого сделает. Справа райдер весом 97 килограмм. На Ультрон 108. На Тандере райдер весом 82 килограмм. Потом поменяемся. Пошел! Так, ну вот Тандер ушел. Ну, конечно, вес райдера 15 килограмм разницы. Сейчас поменяемся, посмотрим, как будет. Колян, вот это ты оттормозился, аж дымок пошел. Вот нас райдеры. Ну чё, ребят? Он меня обошел. Я видел сразу, что ушел. Ну, причем смотри, если мы стартанули, возможно, я чуть затупил. Но, да. Там мы с ним сравнялись на маленькой скорости, ага. И газанули. Я ушел вперед, возможно, я потом. А, то есть с самого начала, то есть все-таки, если ты немножко ушел. Здесь динамика выше. Да. Изначально. Ага. А этот электросамокат, ну, Дуатрон, да. Тандер, он догоняет и обгоняет, его веса, по крайней мере. Вот сейчас давайте поменяемся с самокатами, попробуем все сделать наоборот. Ну, может быть, но еще вес, разница, понимаешь, мне легче. Раз, два, три. Сейчас поменялись весами. С самокатами, весовым категориям. Блин, машина немножко, конечно, мусорка теперь не высушила, помешала. Рома на Тандере. Николай у нас на Ультрон 108. Ну, видим там, что Ультрон ушел. Вес 15 килограмм отличия, то есть на Тандере сейчас Рома с весом на 15 килограмм выше, больше, чем на Коле на Ультроне 108. Ну чего? Я бы его сейчас догнал. Ну я видел, да, ты уже это все уже прям, да, просто уже мешал лежачий полицейский, я видел. Там мне мусорка помешала. Да, я видел. Ну в итоге, короче, это, резюме такое, что Тандер быстрее стартует. Стартует, а Тандер в итоге его уделывает. Тандер в итоге выигрывает по тяговой силе скорости. Да. Слушай, ну да, да. Это у нас Ультрон 108, 45 ампер, синусные контроллеры 2020 года и Дуатрон Тандер. Старый добрый Тандер.